Они приехали побеждать. В Ульяновске проходит чемпионат России по кикбоксингу. 620 спортсменов со всех уголков страны. Среди них как уже титулованные кикбоксеры, так и новички. За честь Ульяновского региона борются 60 человек. Такого уровня соревнования стали первыми в стране, которые проходят после карантинных мероприятий. Поэтому организаторы решили собрать на одной площадке сразу все дисциплины и все весовые категории. Во многом для нас это тестовое соревнование. Мы отрабатываем все механизмы в ручном режиме того, чтобы обеспечить максимальную безопасность и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, для того, чтобы спортсмены чувствовали себя достаточно комфортно. В Ульяновске всероссийский чемпионат принимают уже в четвертый раз. Базовой площадкой проведения по традиции стал дворец спорта «Волга-спорт-арена». Бои идут по расписанию, поэтому большого скопления народу удалось избежать. Сами спортсмены стараются выложиться по максимуму. Ведь на кону путевка на чемпионат Европы. Но, по словам главного судьи соревнований, пандемия все же сказалась на уровне подготовки. Конечно, чувствуется, что топовые спортсмены, которые лидеры сборной России, но не настолько в полной форме, в какой бы не хватает боев. То есть физическая форма достаточно успели все набрать. Все-таки топовые спортсмены, члены сборной России, они находили возможность тренироваться на природе, да, на открытом воздухе. Но видно, что давно не было боев. В кикбоксинге, в отличие от других видов боевых искусств, нет бросков и захватов. Есть только удары конечностями. За точное попадание в корпус или голову спортсменам начисляются баллы. Кто заработает больше очков, выигрывает. Владислав – трехкратный чемпион России в категории 86 килограмм. В своей победе парень уверен. Задача была продышаться первые два раунда, в третьем уже ударить. Приехал четвертый раз доказывать, что я лучше в весовой категории 86 килограмм. Предварительные бои продолжатся 4 и 5 сентября. 6 сентября пройдет гала-финал, где определятся чемпионы страны. Анна Тищенко, новости Управды ТВ.